Привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу показать клеточку, которую я сделал недавно. Универсальная такая клеточка. Также вот у меня кормушечки выдвижные, поддон выдвижной. Дверочка открывается. Вот такая вот клеточка. Сюда можно посадить одну птичку. Но если откроем вот так вот, то у нас получится пролеточка. Вот она какая у нас пролеточка получилась. Перегородочка у меня снимается, убирается полностью. Клеточка вообще полностью разборная. Ее можно будет полностью разобрать. Еще не натренировался. Тут я крючочки сделал, чтобы зацеплялись. Вот крючочек. Не видно. Неудобно, в общем, одной рукой делать. Вот такая клеточка получилась. Сейчас я вам так вот еще покажу. Вот она. Но с этой клеточки можно еще сделать вот так вот. Еще можно сделать вот так. Клеточка у меня получилась в большую пролеточку. Такая вот пролеточка получилась. Длина ее почти 2 метра. 198. Тут у меня снегири. Тут также попугаи. Кора у них висит. Ну все, всем пока. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.